каком же я году был, что, ну, вот такого не было еще. Да, рамка, помню, была. Мы заходили часа в 4, в 5 занимали, как бы сказать, очередь, проходили. Днем. 4-5 утра садились, а он часов в 7-8 начинал. Вот мы там сидели, ждали, как-то так. Нет, утренние отменялись. Утренние отменялись, и там с тем, что играла музыка, ты можешь прийти и было сидеть. Угу. А вот ночные еще дела, там же еще есть, там при уходе какой-то его там полумузей, где какие-то там даже золотые какие-то божества, туда-сюда там, и ты мог в ночную медитацию прийти туда, там посидеть там. Вот, там час ты должен вот, просидеть в ночи, потому что ночные еще эти дела были там. А так он в основном, ну, скажем, скорее всего, вывозили на показ, вот. Он сидел, ну, правда, там пытался что-то иногда материализовать. Мало того, что там везде можно было найти пепел его, который он там материализовал. Там многие считали, что ты, если пепел поешь, то там тебе уже чуть ли не просветление приблизится и так далее там. Вот, поэтому вот с этим англичанином ходили, ну, он там, не знаю, какими путями, но на расстоянии же пытался, ну, поскольку если он Всевышний, значит, он должен же услышать этого англичанина с его просьбами, чтобы помог этому. Мало того, что там вот эти вечерние, когда были, то иногда раздавали какие-то сладости бесплатно всем-то. Вот. Ну и с тем, что я... Сладости это национальные были или национальные? Не-не-не-не, сладости по, типа конфетов, ага. Типа там что-то или казинаки, ну что-то вот, так, вот такая какая-то история, если честно, там я особо... Ну какие-то сладости, конфеты там. Может какая-то, может быть, типа печенье, что-то, конфеты и так далее. Ну я англичанину свою порцию дал, говорю, вези брату, может быть, действительно полегчает. Ага. Коль ты за этим приехал-то. Вот. И потом встретился с азербайджанцем там. Тоже истории там. Но случайных людей там нету. Нету. Там есть, конечно, праздное любопытство, которые там заезжают на 2-3 дня, там, чтобы на это дело все посмотреть. А некоторые с какими-то намерениями все-таки прибывают там. Вот. И азербайджанец. Его история мне вообще, скажем так, покорила, и это из области прямо сказки-то. Вот. Казалось бы, азербайджанец, мусульманин, все же у них там достаточно крепкие все эти, скажем, правила жизни. Вот. Но история такова, что жил он в Азербайджане, потом переехал где-то в Сочи, имел свой бизнес, на тот момент имел две машины, какой-то там свой магазин и так далее и тому подобное. А потом вот то же самое, вот как эту маму, скажем, тоже силы заставили прийти именно к Саибабе, тоже ему какие-то там, скажем, видения появляться начали и так далее, и так далее. Вот, и он оставил все имущество жене и сказал, что так и так, что я, мол, ухожу. Не то, что от тебя, а вообще ухожу, ну, скажем, как в Индии существует теоретически, что мужчина в среднем там до 40 лет содержит семью, а потом он уходит, ну, скажем, на духовный путь становится там. Видя, что сын может продолжать его дело, он да, уходит занимается, да, духовные практики. Да, ну вот и с ним. Да, и вот, ну он не отшельник, он может быть и пребывать дома, но он не занимается уже материальными этими делами, отдается там медитациям, там, ну, угу. Какие направления-то. Вот. И вот он, этот азербайджанец, сейчас просто в памяти все эти, скажем, лица и имена стерлись, там, поскольку уж я же говорю, что живу здесь сейчас, то есть не оглядываюсь назад, но это было же. И он приехал к нему, какое-то время пребывал. Там же ж, не случайно ж люди встречаются, ты все равно с кем-то там перекликаешься, там какие-то общие интересы, какие-то там тоже свои группировки, они там вместе медитируют. Там, ну,
После некоторого времени пребывания Уса и Бабы он приехал в Крым, поднялся в горы, жил отшельником, что-то там два месяца летом. Я говорю, как же ты питался там? А он делал какие-то поделки там, то есть сюда спускался с гор, там что-то продавал на пищу, там где-то кто-то сам давал. То есть ты, говорит, все равно не пропадешь там. Ты понимаешь, если ты на этот путь стал, Всевышний тебя никогда не обидит. Он все равно тебе будет давать чего-то там, в виде поделки, в виде там, не знаю, там. Вот, допустим, я обратно полечу, у меня денег нету. Я сюда летел, говорит, к Саине, не было никаких денег-то. Кто-то подошел ему в аэропорту, дал деньги на билет-то. Ну, хочешь верь, хочешь нет, но это имело место быть, и он это рассказывает. Я же говорю, что пребывание там как-то превращается... Я встречал таких людей. Сон или не сон там. Так вот, послушай же дальше, что получилось-то. Все его родственники собрали деньги, ну и на домашнем совете решили, что его нужно извлечь оттуда. Он заблудился, он овечка-то. Пошел не по верному пути. Его родственники прилетели к Саи Бабе. Чуть ли его носилком не стали скручивать. Говорит, пошли домой, у тебя же семья, у тебя все дела. Ты что здесь ходишь-то, чем ты здесь занимаешься? У тебя крыша поехала и так далее и тому подобное. Одним словом, они его не уговорили и с тем, что даже отказались от родства, потому что, ну, считают, что он там, скажем, ума лишенный там. Поэтому вот эта история мне, скажем, больше всего так, скажем, удивляет, что в обычном миру, может быть, и есть такие, но все же, скажем, замаскированы и не выставляют это все. Никто же не знает там. Мало того, что мы с ним гуляем, он говорит, ты же понимаешь, нужно вообще, чтобы эго исчезло. Я говорю, как? Ну, подойди, там вот пара сидит, упади на колени перед ними и скажи там, простите меня, пожалуйста. И все. Ты вот сможешь это сделать или нет? Я говорю, да, во-первых, не могут понять, неправильно. Тебя не волнует, как они поймут-то. Ты просто свое эго, ну, скажем так, сотри в отношении всего, что для тебя там вот эта вот надменность должна отсутствовать-то. Вот. Ну, и такие вот много нюансов, которые... А сам он это не делал? Вон, я тебе сейчас еще что поведаю одну историю. Мне она тоже безумно понравилась и, скажем, в памяти осталась. Один из приходов к Саи Бабе, он решил идти пешком, там что-то через Иран, там, ну, мне карту это рисовал, если честно, этот маршрут не прорабатывал, мне это было неинтересно, но он пошел пешком там. Без денег, без ничего. Я говорю, как же ты? Ну, у некоторых, говорит, останавливался, предлагал свои руки, то есть поработать, что я вам сделаю там и так далее, и так далее. То есть подрабатывал, какие-то деньги получал, одевался, шел там, это выливалось в месяц там. Вот. И, говорит, как-то шел, что у меня силы вообще покинули. Покинули, и у меня началась не то дизентерия, ну, короче, понос там, не знаю, чем он там питался и так далее там. Но факт одно, что он заболел, и чувствую, что я вообще все, ухожу из этого мира. А мы же, говорит, как мусульмане, должны умирать головой к ихней там этой мечети. Я, говорит, повернулся к мечети головой, лег на землю-то, ну и с тем, что уже готов был отправиться в мир иной-то. Ну, говорит, потерял сознание, утром проснулся, и все, как будто все нормально и хорошо. Вот. И он приблизился уже к Индии, приблизился к Пакистану. В Пакистане его схватили, вот. И с тем, что навялили ему статью, что он террорист и так далее, и тому подобное. Прошел суд, и ему дали 2 года в тюрьме сидеть-то. Он говорит, я благодарен судьбе за то, что я просидел 2 года в Пакистане. Там условия были ужасные, но я выучил английский там. А с кем общаться там в Пакистане там? Вот. Тоже познакомился с огромным количеством людей там. То есть он английским уже владеет, если он до этого там, ну, скажем, его только интересовал бизнес там,
и моменты купли-продажи, а здесь уже, ты же понимаешь, уровень совсем иной-то стал. И вот так, говорит, приехал опять, говорит, к своей бабе, я не могу. Вот он меня зовет, и с тем, что у меня-то денег нету, поскольку я же не занимаюсь, там, скажем, какой-то работой финансовой и так далее. Я живу то у художника, то еще куда-то там попадает он. Ну, такие интересные каждый раз истории там. И потом случайные люди дают деньги. Вот то же самое, что эта мама. Она говорит, я поеду через 3 месяца домой. А на чем ты поедешь-то, если денег нету-то? Мне дадут. Дадут-то. И она твердо уверена, что это все дадут и так далее и тому подобное-то. Вот, поэтому пребывание людей и то, что им является там Саид Баба в разных образах, там какие-то вещи говорит, там, вот. Ну, для меня это непонятно, это мистика. Я почему-то не всегда верю в факиров, хотя многие там, скажем, кто пребывал, я там его ученики читал. Есть вещи просто супер. Я готов стоя аплодировать, снимая шляпу, что действительно там красавцы в плане своего духовного развития. И они действительно, это чувствуется везде, что они действительно уже просветленные. То есть они пришли домой, все нормально. Истории пребывания были разные. С одним познакомился с белорусом. У него большая сеть магазинов по продаже автозапчастей там. И он говорит, я езжу постоянно, у меня достаточно денег для всего этого и так далее и тому подобное. И когда я поведал ему свою историю, что нет ни денег, ни паспорта, еще неизвестно, когда и попаду ли я вообще. Это на какой день было? Ну, это было там, ну, может, не через 10 и так далее. Ну, просто я же говорю, эти все встречи, я просто пытаюсь нарисовать картину, с кем я встречался там, пребывая. И он на меня посмотрел и сказал, слушай, я на твоем месте уже давно повесился, блин. Я не знаю, что ты здесь хочешь, на что ты надеешься-то. Поэтому жизнь, она такая, что ты, опять же, все шарится в голове, и ты ж разные картинки можешь нарисовать. Ты удачный бизнесмен и так далее, у тебя все бизнес, и тем не менее случись что-нибудь подобное. Так у меня еще всегда был, скажем, ход какой. У меня сын и дочь живут в Краснодаре-то. Но у дочери муж, ну, хороший бизнесмен, там все хорошо у него получается там, в плане материальном. Был у меня телефон. Вот. Я мог позвонить и сказать, что, ребята, папе плохо, приезжайте, забирайте-то его отсюда. От мамы. От мамы. Вот. Но я сказал себе-то, слушай, коль ты залез в это, не будем называть и давать оценку, что это может, кто-то скажет, что это дерьмо, кто-то скажет там испытание, ну как угодно. Ну положение ужасно, ну скажем, щекотливое. Неприятно это, ну, в плане того, что когда ты... Ты продолжаешь в ашраме жить в этом парахе. Я же говорю, я встречаюсь каждый раз с разными людьми, там, на каком-то определенном этапе. То англичанин, то вот этот азербайджанец, потом... В бараке в этом? Ну, или да, просто на территории? Ну, мы знакомимся, да. Ну, англичанин был рядом через... Там несколько кроватей же вот этот азербайджанец, он больше преследовал такое направление, как суфизм. Да. Вот. Поэтому там, если же Саид Баба, он говорит, что я, мол, не говорю вам, что вот мое учение, я просто пытаюсь объединить все религии-то. То есть Бог один-то, ну просто он у каждых по-разному, у кого-то там Будда, у кого-то Христос и так далее, и так далее. Там выступают в разных как бы обличиях-то. Хотя все едино-то. Не надо каждому тянуть на себя. Вот. Познакомился там с русскими, они в Германии живут-то. Вот. Ну, как-то денег было стыдно попросить, что на это. Вот. Ну и каждый же тебя может принимать по-разному-то. Вот. Если ты хочешь-то, если ты видишь, если ты веришь, то он может тебе дать, правильно? А сказать, что дай мне денег, как-то
язык не поворачивался, дома еще не последнее. Сейчас уж я же говорю, что у меня были же еще эти 20 тысяч рублей, пошел их менять, а русские рубли, это ж те не доллары, там до смешного, там, ну, короче, чуть ли не за 3 копейки я их там обменял, чтобы были какие-то рупии для продолжения дальше пребывания там. То есть оплата, все равно что нужно ням-ням делать на этой территории там. Если там же есть индийская кухня, там какая-то европейская, где более подороже, там вот и так далее. А сколько ты с мамой прожил у нее? А с мамой я прожил, ну, наверное, ну, больше недели точно. Там, больше. И потом туда. А потом же туда, да, я пошел, потому что условия были. То, что в ней считается квартира, но это не подстилка, это ж я же говорю, что там комнатуха такая, что я, кстати, там на флешке. Она ничего не сказала, как-то. А, она же устроила, да, туда. Она мне просто помогала в плане того, что вот. Устроиться туда. Да, да. Ну, во-первых, она бывала, она там около десятка лет там, скажем, пребывала и с тем, что для нее это была история не то, что для меня, там новый мир, новые открытия. И, ну, состояние было, скорее всего, такое, состояние покоя-то. Покоя, единственное, иногда, если ум, скажем, шалил, рисовал картинки, парень-то, это ж вечно продолжаться не может. У тебя дома своя мама, у тебя свои дети и так далее-то. Пора же эту историю заканчивать, и вот нужно же было жить до 24-го, то есть там 24 дня это в санатории, в любом, я-то неоднократно до этого ездил, обычно 2 недели уже надоедает там. Вот. А если курс на 24 дня, это уже наказание, то есть, ну, по крайней мере, для меня было. А пребывание там без денег-то и без непонятного будущего, какое оно там будет. Еще. Ну вот здесь, может быть, здесь вот какие-то были, скажем, опасения, потому что многие всякие истории рассказывали, что смотри, непонятно, как ты там еще доберешься, но. Угу. Короче, встреча была вот много всяких, потом познакомился с женщиной. Она кандидат, короче, наук, преподает в Воронеже, в институте. Вот. И мы с ней что-то прям так разговорились, подружились. Она меня пригласила в ресторан сама. То есть не я, ну там просто, ну скажем так, какие-то духовные дела, если он ей там, сейчас я не знаю сколько там, ну думаю лет 80 уже сейчас ей там. Ну гораздо она была старше меня там. Вот, ну как-то. Не особо она там, ну скажем, думала о своем внешнем мире, но была сфокусирована, скорее всего, на внутреннем состоянии. Вот. Она меня угостила, покормила, потом предложила деньги. Вот. Я говорю, я как приеду, если я приеду, то, конечно же, я вам все это перешлю. Да? Дала она мне $200 еще. Вот. Ну и истории там дальше ж пошли ж еще. Мне ж нужно было уезжать оттуда, покупать опять билет там. Ну, здесь спасибо мама. Мама-то знает, если она, скажем, просто так иногда уезжает там, то здесь хоть какая-то копейка была-то, благодаря вот этой женщине там. В Воронеже. Да. Вот. Ну и с тем, что мама дружила там с одним индусом. У него великолепный русский язык был, он сам по образованию юрист, вот, держал какую-то лавку там, ну, неоднократно она приходила, какими-то сувенирами продавал и так далее, там в основном только на этом деньги и делают, потому что для туриста другого вроде бы и не нужно. Ну, продают там, конечно, какие-то фрукты, овощи, экзотику и так далее, но это, как правило, там те, кто пребывает в сельской местности. Вот. И вот она меня с ним познакомила. Вот. Он сказал, я тебе помогу билет купить-то. Вот. Ну, хорошо. Купил он мне билет, там помог, по крайней мере. Не сам он купил, а в смысле
без паспорта я купил, ну, в смысле, приобрел билет там. Вот. Ну, и с тем, что вот так мама мне поехала провожать-то. А провожать это вообще было смешно. Там, ну, то есть каждый раз какие-то испытания проходили, причем ни одного дня не проходило, чтобы не было каких-то происшествий там. Даже в отношении отъезда юрист этот, индус, он, кстати, какой-то магазин там не то при Балтике держал и так далее. Ну, короче, не такой, не бедный. Вот, он говорит, я сейчас своему товарищу скажу, чтобы он приехал там на машине за вами. Остается полчаса еще до поезда, а шофера нету. Я ж маме говорю, я ж не хочу хамить при всей своей-то. Пойди ему скажи, что, мол, пора уже, поезд уйдет-то. Ну и с тем, что дотянулись до последнего-то, этот приехал шофер, и мы буквально на машине подъезжаем к вокзалу, и поезд стоит-то. То есть вот там чуть ли не секунда в секунду. Да? Вот. Она мне сажает, мама. А этот пускай. Шофер должен билет принести? Нет, он просто нас должен довезти. Ну, это сказал, что не надо ничего, я уже позаботился об этом. И он позаботился так, что я сидел просто как на бочке с порохом, в плане того, что сейчас я с такими трудами, последние деньги, там, вот те, которые там наскирдовал, ну, нужно было уехать, и сейчас еще этот поезд уйдет, и тогда вообще, я не знаю. Билет пропадет. Конечно, там. И это вот получилось все буквально вот секунда в секунду. Это сколько уже там пробыл? Ну, там получилась какая история там? Я там дней уже 20 пробыл. 20, то есть осталось где-то 2-3 ну, дня? Ну, нет, мне нужно было приехать в посольство, чтобы посольство мне дали бумагу, что я все-таки гражданин России там. А я залез в интернет и начал читать. Там же есть некоторые, скажем, такие интернет-типа магазины. Там, ну, можно, по крайней мере. Там залез и стал читать, и там пишут, что для того, чтобы, допустим, в другой стороне, если ты там, ну, скажем, в силу каких-то причин потерял документы, то нужны люди, чтобы ты доказали, что ты гражданин России-то. А кто мне докажет, если я один там? Вот, с кем связаться и так далее, там подобное. Здесь вот еще опасения были, что у меня же никакого документа не было. Все в сумке осталось, все ушло-то. Вот. Ну и с тем, что в этот поезд я ж сел-то. Вот. Доехал до Бомбея там. Вот. Больше всего, конечно, там назвать ночь не назовешь ночью. Потому что я же говорю, что все, кто с вещами, то чемоданы то пристегивает замочками, то и все. А у меня получилась третья полка, вот, куда я сам едва помещался, а вещи тащить уж точно было некуда-то. Ну, уповал на Всевышнего, ну, короче, с вещами приехал в Бомбей там. В Бомбей, и нужно было еще ж мне ехать в посольство. Ну, что такое Бомбей и что такое посольство там. Вот. Ну, я вышел, опять начались очередные испытания. Подходит типа таксиста, и у него на голове вот эти вот тряпок много там намотано. А я до этого, когда, скажем, экскурс начитывал в плане Индии, что вот это вот направление их, там, я не знаю, кто они там, как их направление религиозно называется, что они там вроде как самые порядочные, что вроде бы нормальные. Но вот у него не было кинжальчика? Кинжальчика нет, а вот этот тюрбан на голове накручен был-то. Ну и я почему-то подумал, что, наверное, он будет самый порядочный-то. Вот из всех тех разводил-то. Ну, думаю, самый порядочный разводил-то. Вот. Ну и с тем, что я говорю, мне нужно российское посольство-то. Ну, там Бомбей, ты представляешь, там, что такое Бомбей, да вообще просто там я уму непостижимо, какой-то муравейник великий, большой и так далее-то. Вот. Но он начал там кому-то звонить, выяснять, там, потому что он сам не знает где-то, несмотря на то, что он там извозом занимается и так далее. Ну, даже телефоны были более простые, такие кнопочные-то. Не было ж навигатора. Если был бы нам навигатор, там история была другая бы там. Вот. Ну и с тем, что поехали. Мы где-то часа три ехали. Вот. Он остановил. Я сзади сидел, он мне говорит, 600 рупий.
Я ему отстегиваю 600 рупий, даю. А он мне, как это паузу достает, говорит, ты всего 200 дал. Я тебе говорю, я 600 рупий дал-то. Нет, он говорит, ты 200 дал. Давай еще. Но я ж вижу, что это у них уже трюк такой, отработанный-то. Мало того, что смотрит, если ты белый, значит белая свинка, значит ты там с денежками пребываешь и так далее, и так далее. То есть человек ты обеспечен-то. Пришлось при всей моей нищете еще ему эти 400 дать, потому что, ну а что, ну я ж не смогу с ним на его территории какие-то там, ну, кулачные бои вести, и к чему не приведут-то. Тем более у него там этот механизм отработан, что он, докажи. Ну, пришлось отдать-то. Подошел я, наконец-таки, к моему родному, великому радости, российскому этому посольству-то. Стоит индус. Вот. Я говорю, мне нужно туда же зайти, там, ну, пытаюсь же с ним выяснить. Он говорит, через этот громкоговоритель, там, ну, связь такая же там у них, там, через микрофон там. Я говорю, так и так, что вот такая у меня история, я приехал для получения. Но, говорит, поскольку уже вечер, вот, ты приходи завтра утром. Да я говорю, понимаете, здесь вопрос стоит, если я лишен паспорта, если я лишен денег и так далее, подобное, как я могу? Ну ты пойди вот дальше, там есть гостиница, там ты сможешь договориться там. То есть я говорю, ну вы не могли мне на территорию российского пустить там, где-нибудь там, я говорю, как индусы, только за забором у вас переспать, да и все, потому что... Нет, я не могу, у меня распоряжение и так далее, и тому подобное. Там. Ну, пошел очередной раз, дошел до гостиницы. Вот, спрашиваю, они что-то там такую сумму там загнули там. Ну, не серьезная. Ну что ж, ну, думаю, придется подле ворот Великой России, Великого посольства ждать-то. Ну, все ж мы на нас. Граждан России любят-то. Вот. Ну, этот индус, кстати, вот там фотография есть-то. Посмотрел на меня, на мой рюкзачок, на мои все эти дела-то. Говорит, пошли поедим. Ну, говорю, пошли. Ну, пошли. Я, правда, его угостил-то. Вот, попили с облизанного чая у прохожего чаевника этого чая-то. Уже там ни на что внимание не обращается. Вопрос стоит, что ты вот по инерции идешь, вот куда тебя вынесет, туда тебя вынесет. Потому что уже там никакой ни логики нету, уже как-то перегорел, что у тебя уже и страха нету. Там. Ну, просто по инерции перемещайся. И самое главное, что тебя ум не заставляет... скажем, все эти страшилки рисовать там и так далее, они и так у тебя каждый день вырисовываются, что он даже не успевает их обсосать там. Ну и факт дальше, что это. Поели мне, он говорит, напротив кафе, там у меня друг, сейчас кафе закроется, я тебе постилку вытащу, эту картонку, возле кафе ляжешь, я буду здесь сторожить, а ты там напротив, потому что туда не ходи, там могут тебя обидеть-то. И ты же понимаешь, одно дело индус лежит, а другое белый, относительно белый мальчишка на картонке там. Вот. Ну и правда, там кафе закрылось в 11, он мне картонку какую-то притащил-то. Опять же, спасибо Всевышнему, что у меня была куртка, шапка, ботинки одел-то. Ну вот это вот я, если назовешь ночью, прилег-то. Прилег, не знаю, там спалось или не спалось-то. Вот. Но утром открывается посольство там. Меня-то упустили, сказали, что у нас там неприятности, у нас там человек кто-то там утонул или еще что-то такое-то. Короче, мы с вами там, для этого я поведал там дальше. Но факт в том, что это, мы тебе бумажку дадим, что ты гражданин-то. Но тебе нужно ехать, короче, там другое еще заведение, чтобы там эту бумагу еще индусскую там тебе какую-то дали, там,
что без нее никак нельзя там. Я говорю, понимаете, в какое я условие попал-то? Денег нету, документов нету. Вы говорите, пойди в гостиницу. На какой фиг я поеду в гостиницу? Дайте мне кредит, дайте мне деньги или еще на каких-то условиях. Вы ж посольство России-то, а я гражданин-то. Ну и факт, что, извини, нам некогда. И самое главное, что мне еще история там понравилась. Сидела около дверей же этого посольства, который нас, скажем, представитель должен был принять. Сидела Маша, красивейшая девушка, сама с Москвы. Вот. И мы с ней разговаривались-то. И она же говорит, что, мол, у меня муж режиссер, и с тем, что нам позволительно, скажем, в зимнее время пребывать в Индии там. То есть она живет в Индии с ребенком-то. И вот я приехал, хочу, чтобы было гражданство и у моего ребенка и российское, и индийское там. И вот приехала, мол, взять эту бумажку, что там туда-сюда. Но я же ей поведал историю, она говорит, да, этот сюжет захватывающий-то. Я думаю, мой суженый был бы безумно рад бы, чтобы подобное заснять в фильме-то. Я ему обязательно это все расскажу. Но факт дальше, что я ж выхожу, мне ж нужно дальше ехать. Непонятно куда, в этом Бомбее опять этот такси ловлю, а там же до смешного. У них когда такси, есть счетчики, у них вот так они переворачивают там, примитивно, чуть ли не песочные часы, а там только цифры эти. Но они могут перевернуть так, что они могут там лететь там со страшной силой. Они же на этом настроены-то. Ладно, если местного, там, допустим, джигита вести, они-то уже понимают, что эти, может быть, как-то знают, хотя эти никогда не будут пользоваться. Но все рассчитано именно на заезжих там. Ну и вот добрался все-таки, потому что без такси это было нереально. Опять, что часа два я где-то ехал, приехал в трехэтажное здание там. Ну, какие-то там бумаги, сейчас уж, если честно, не помню какие. Но факт для того, чтобы мне нужно было выехать с Индии там. Ну, там нужно было заполнить великое множество бумаг, причем записать на английском и так далее-то. Ну, это уж точно было не в моей компетенции. Смотрю, там какие-то русаки и женщина им заполняет бумаги-то. Я к ней подхожу. Она кого-то оформляет. Я ей говорю, понимаете, у меня сложная ситуация. Вы бы не могли мне помочь-то? Ты извини, мне некогда. И меня отфутболивает-то. Отфутболивает. Ну что, я подошел к индуске и вспомнил Байрона, что он был хитер, хотя еще не стар, что люди на взятки все падки-то. Я ей вложу 50 рупий и говорю, сделай мне эту бумагу-то. Конечно, мне это все сделали там. Сделали, а потом мне нужно еще идти на собеседование там куда-то. Ну, короче, по кабинетам. Отношения, я хочу сказать, что бюрократия еще больше, чем у нас. Я думал, что у нас это все там. Если, допустим, с Германией сталкивался, там никогда никаких там трудностей. Единственное, все ходят как, скажем, как солдаты. Строевым шагом, все помнят, все знают, никогда никто. Я тоже был в Германии, меня пригласили, и я должен был поехать на собеседование в Москву, чтобы это. И я как раз туда приезжаю и попадаю к женщине. А она, оказывается, знает меня по моим книгам. Говорит, ой, кто ж вас туда направил, да как они посмели, на сколько вам дать визу там? На 2 месяца, на 3 месяца, на сколько вам надо? Да нет, всего лишь на все, грубо говоря, там, я не знаю, на 20 дней. Ну это хорошо, хоть это знают-то. Вот так было. Да, это хорошо. Ну я же человек, который в тени находится, и меня никто не знает, и все футболят-то. Ну и, короче, мне еще ж на собеседование, там заходишь, большая комната. Слушай, я вспомнил, когда я был в Индии, 2004 год. Вот я посмотрю, у меня где-то билеты даже, ну, в смысле... Это 1994. А, да? Нет, то это, в Германии был, 94-й, да.
Ну, 2004 году. Не-не-не-не, ну, наверное, чуть позже, да, да, я читаю это. Позже, теперь, вот, потому да. что не было этих особо, там не проверяли, там, хотя так. Ну, у меня где-то там... Рамки были. Я обычно что сейчас стал делать? У меня ж на почте всегда там все, что было, там всегда остается-то. Я сейчас в силу причин стал все свои документы, паспорт, военный билет там и так далее, забрасывать на почту. То есть, если сам потеряешься, ты к себе всегда на почту можешь зайти и посмотреть, и распечатать, правильно? А не то, что потом... Хорошая мысль. Надо так сделать. Поэтому всегда на почте должны быть все эти вот документы. Потому что ты можешь без ничего остаться, зайти только... на компьютер с любого точки зайти к себе и вытащить все свои документы там. Просто на будущее это вот он, скажем, хорошая такая подсказка там. Вот. И я ж с этим индусом, что-то он мне пытается там, а потом слышу, какие-то два узкоглазых, похожи на киргиза или еще что-нибудь. Да он тебе говорит вот это. Что-то он мне говорит вот это там. Я говорю, ну подойди сюда, помоги мне там. Ну и, короче, мы там с ними все разговаривали. Потом выходят эти два прищуренных мальчишки. Вот, выясняется, что они афганцы-то. Ну, в смысле, в Афганистане живут-то. Владеют там около десятка языков. Бизнесмены там. Вот полиглот, я вообще... Вот я тебе сейчас просто по порядку там. Они в Японии 4 года жили, плюс еще там они, говорит, 2 года просидели в тюрьме тоже в Японии, потому что машины отправляли оттуда и нарушали там какие-то законы, япошки им за это, скажем, тюремный срок придумали. Их 4 брата. Вот. И они с Афганистана по всей России. Короче, у них в Дубае там имущество на 4 миллиона долларов, там что-то какие-то магазины и так далее, и тому подобное. Там, ну, короче. Ребята вот из нищеты вылезли, но я хочу сказать, что мои дети, допустим, бизнесмены, то я с ними пообщался, это им нужно где-нибудь в университете преподавать-то, то есть там хватка сильнейшая, молодцы. Я же говорю, знают японский, английский, все восточные языки и так далее, там. То есть куда ни подойдет, японец при мне стоит там что-то там, он к нему подходит, начинает, причем... без какого-либо стеснения, подходит, настолько там тонко беседа начинает вести, что тут сам невольно к нему, ну, как бы уже расположен к общению-то. Вот. Поэтому вот здесь было все здорово. Хотя у меня какие-то сомнения были, что какие-то аферисты они там. Ну, мне деваться некуда. А мне, да, получив эту бумагу, теперь остается где-то там или 3 дня, или 4 еще в Бомбее пребывать там какие-то. Я почему раньше чуть приехал, я вспомнил, что там какие-то праздники были, нерабочие дни. Поэтому я где-то за неделю до отъезда, ну, в смысле, до улета приехал. Ну, и с ними разговаривали, говорился, ну, да, слушай, поехали, у нас гостиница неплохая, недорогая там. Ну, они же изначально ничего там не... Поехали. Поехали только пообедаем. Я говорю, я вас угощаю, там те копейки ели, за то, что помогли там мне, то есть сюда. Нет, ничего не надо там. Короче, сами заплатили. Едем на автобусах, ничего, никакого позерства. Также фотографии там есть, ты там можешь посмотреть на них все. Один из них по статусу генерал. Ну и с тем, что приезжаем в гостиницу, опять она там какая-то убогая. Вот. Ну, сама обстановка, я же говорю, что за все это время, ну, привыкнуть, ну не получается она привыкнуть. Но факт, что вот здесь ты пребываешь там. Ну, одним словом-то, уговорили они этого мэна, по этим бумажкам меня, короче, поселили-то. Поселили в комнатку-то. И потом выясняется, что они занимаются бизнесом. Этот один из них, имена сейчас тоже даже не вспомню, Исаак, давайте, занимается бизнесом и отправляет крабы. То есть с утра приезжает на порт Крабака, на рынок скупают всех крабов. Ложат ящики там такие типа холодильников, вот, и уже к вечеру они в Пекине, эти крабы. Это в Китай?
Да, ну на самолет там они вот. Не в Токио, а в Китай. Именно китайцам. Ну, китайцам. Да. Вот. И там они стоят огромные деньги-то. Потому что здесь же не искусственное, все естество, там они ловят этих крабов, чем больше, тем лучше. Но там вопрос стоит, что они должны быть живыми, что если придут и они, ну скажем, представились, то увы. Тогда ничего. Ну, самое главное, что быстрые деньги, что купили, и вечером те получили, уже деньги на следующий день у тебя есть. Вот тебе бизнес-то, что их заинтересовало. Причем там, ну, прибыль хорошая была там. Ну, и с тем, что они мне вечером говорят, ну, пошли погуляем. Ну, пошли, мне уже нечего терять там. Вот, пошли по ночному шуму. Ну, они смелые вообще, молодцы там, ну, в этом плане прямо, без оглядки-то. Пошли, вечером они меня пригласили в ресторан. Вот, с одним с генералом мы выпили пиво даже там, все. Все нормально, с людьми не пил там, ну все. И потом же они рассказали, что вот так они в бизнесе. Поэтому эти там 3-4 дня я с ним утром ездил на рынок, они там закупали этих крабов-то. Я все время присутствовал, ну что мне там было сидеть-то, по крайней мере, хоть Индию с этой стороны увидеть там, с другой там. Вот. Ну и с тем, что улетать, мне генерал попросил, я говорю, проводи там по возможности. Они даже, вот я же говорю, и русские, и ну все, не знаю, французские они знали или нет, но по крайней мере японские, восточные, все английские, все в совершенстве. Да. Они меня, он меня привез в аэропорт, его уже не пускали-то, вот, потому что по билетам, по всем, ну по бумажкам я кое-как зашел. Долгое были объяснения, то есть сюда, но факт одно, что я все-таки сел в самолет до Катара. До Катара, думаю. Там пересадка или нет? Да, у меня же были катарские авиалинии, и там получалось, что летит до Катара, а там уже самолеты там по направлениям это формируются там. Вот. И потом тогда я покупал же туда-обратно, тогда стоил что-то билет 32 тысячи там. Ну, я имею в виду, на катарских авиалиниях. Uh-huh. Если там другие направления, в смысле, авиалинии были. Ну, там через Ташкент полетели? Ну, я через Катар-то. Вот. Поэтому вот такие. Так что прилетел в Россию, опять в Холод... Слушай, а в Катар прилетел, там же пересадка была, нормально тебя посадили? А кто? Да ты сам себе принадлежишь, там ни одного русака нету. Нет, ну, сам... как вот тех документов хватило, чтобы... А у меня же был билет на электронный. Билет вот это все. Электронный. И они тебе автоматом? Да. Угу. По электрону, они же там смотрят, а по-английски, Юров Юрий написано, к примеру, там. Они и все. Поэтому мне вот где-то этот, скажем, электронный билет-то и выручил-то. Вот. Прилетел в Россию. Да, потому что потом бы брать билет было, я просто не представляю. Ну да. Вот. Поэтому... Через 24 дня полетел в Россию. Да. А там же в Москве. А что в Москве? Я когда летел даже на катарских авиалиниях, стали же разносить там это. Рейс у них хороший. Разносят вино. Я говорю, девушка, две бутылки. Две. Короче, долетел я весело, хорошо. Вот. А прилетел сюда, ну... В Москву. Да, в Москву. Ну, билет я что-то тоже там с трудностями, но купил-то. Ну, а так, деньги были еще? Ну, я же говорю, у меня было 20 тысяч-то, из них там что-то оставил я немножко на билет обратно. А, чтобы вот так. Да, 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 да. Купил на эти деньги да. билет. Поэтому... И поездом прикатил домой? И поездом прикатил домой. С какими мыслями катил? А какие? Да не с какими. Я уже просто, ну скажем, был робот. Робот почему? Потому что когда вот бывает, перенервничаешь, перегоришь, угу. потом уже ко всему, ну скажем, относишься спокойно. Поэтому, видимо, все эти сеансы терпимости, сеансы, скажем,
Ну, страданий не могу сказать. Все эти испытания, видимо, я должен пройти. Потому что все равно, знаешь, есть хорошее буддийское такое высказывание. Радуйся трудностям, с помощью их ты растешь-то. То есть в трудностях человек только растет-то. Вот. Если ты постоянно будешь на празднике жизни пребывать, ты ж ничего, ты просто деградируешься, ты просто будешь радоваться, пить и жрать-то. А когда есть трудности, ты организм уже перестраивается, ищет какие-то ходы там, и так далее, и так далее. Поэтому многие считают, что лучше трудности, чем праздная жизнь-то. Только тогда ты чего-то добиваешься. Какие выводы? Вот приехал домой, вот из всей этой поездки. Никаких, вот честно, никаких выводов не сделал. Ну, во-первых, сказать, что великая радость была, ну, просто было, ну, скажем, эгоистическое такое, что я все-таки победил. Я вышел из этого, вот, не сдался. И те люди, которые встречались, там какие-то уроки все равно преподали-то. Вот. Ну, не тот, который с Беларуси был-то. Я, говорит, на твоем месте повесился бы. Это не тот урок-то. Вот. Поэтому, ты знаешь, как из спортзала вышел, где я качался, причем упражнялся и набрался даже каких-то сил и так далее. То есть не было опустошенности, страха, паники. Вот. А скорее всего, какие-то силы Всевышний давал-то. Давал, ну, получалось не так, как я хочу, а получалось, как получалось-то. Поэтому, ну, я думаю, что из этой ситуации вышел более закаленный, там, чем до этого, что уходил. То есть тот момент, который же тебе говорил, что мог по приезду поведал дочери, что эту всю историю, она мне сказала, почему ты мне ничего не позвонил? Я бы там тебе деньги прислала, все остальное, да нет. Вплоть до того, что сами прилетели. Да, да, вплоть до того, что я говорю, ты понимаешь, в каком бы я, скажем, выглядел в ваших глазах это. Здесь я вас всегда учил, там, призывал там, к чему-то и так далее и тому подобное. А здесь папа сидит в Индии и говорит, дочка, забери ты меня отсюда. А нахрена ты туда поехал, папа? Вопрос. Так что до Романы Махарши я не доехал-то. До горы не доехал? Не доехал. А куда? Ну, кстати, Саи, там сколько, недельки две, больше? Ну, да, да. Ну, вот общая история получилась 24 дня там. Вот. Поэтому некоторые сюжеты сейчас просто с оглядкой, может быть, изредка там какие-то выскакивают в памяти. Ну, что, только с улыбкой вспоминаешь и думаешь, ну, чудил. Чудил по-своему там. Сколько же там побыл? Я где-то там побыл тоже там около двух недель у Сати Саи Бабы. Около двух недель. Понимаешь, одно дело пребывать, когда тебя водят, все организовано и так далее. А здесь ты принадлежишь сам себе. Ну, да. Спотыкнешься, упадешь. Тебя здесь заклюют или забьют, блин, да, даже. Потому что здесь, по Индии, я ходил, когда один с этим крюкзачком, даже вспоминаю, я шел на вокзал, что-то там пешком. Такое впечатление, что все на меня смотрели, там, как на какую-то дичь. То есть, ну, не было вот того, что изначально я рассчитывал на ту духовность. Может быть, я в эти места попадал-то. Потому что люди очень бедные, безумно бедные и... Я просто изначально хотел просто это все сфотографировать. Я думаю, зачем память такое дело ворошить-то? Вот. Когда сидят на каких-то навесы там непонятные, самодельные, там, картонные ящики, на каких-то горелках какую-то похлебку варят, там, какая там индийская кухня, там такой, что-то там варится, непонятно, что там бурлит-то. И какие последствия после принятия всего этого? Ну, я имею в виду сами там. Я вот. Видел все это. Так что одно дело туристические, там Гуа, Муга, там все эти океаны и все выставлено на показ. А когда ты в подворотню зайдешь, например, как в Ростове, зайди, некоторые улицы такие есть, что там... В Петербурге даже страшно. Мы же с этим генералом разошли, вот такая улочка, да, идем... Вот. Но мне единственное всегда импонировало, что они бесстрашные. Бесстрашные, действительно, там вот у них прям закалка такая была-то. И
идем, проходим, а все смотришь на тебя, что, понимаешь, нет лица, улыбки, добра и так далее. Там смотрят на зверька, на тебя, скорее всего. Поэтому вся та история под названием доброта, духовность, если человек голоден, то ему нужно сначала убить какую-то дичь или, не знаю, как угодно своровать, но ему нужно жить, ему нужно одеваться, ему нужно есть, ему нужен кров-то. Ему нужна вода и все остальное. Поэтому всякие бывают уроки. Думалось духовные, ну, я не знаю, может быть, это и было какое-то становление. Но, видимо, этот путь я должен был пройти-то. Поэтому здесь, конечно, сейчас с оглядкой, просто не зная всех этих вещей, конечно, я второй раз точно не поехал бы. Почему? Потому что... Слушай, а сны там тебе снылись? Да не могу сказать, что сны, там как-то все ну, сместилось, как-то... какие-то другие измерения начались. Да, вот сны какие-то вот, другие. Состояние твое было, не поймешь, оно вроде бы и днем может быть, как сон там. То есть там настолько все замешалось-то, и мне ж на телефон еще там друзья некоторые там... Как дела? Я пишу, все хорошо, приеду, расскажу. Все хорошо, приеду, расскажу.